В Нижнем Новгороде задержан злоумышленник, нападавший на офисы микрофинансовых организаций. Предположительно, за один только июль и начало августа мужчина совершил 3 налета. Выручка составила почти 60 тысяч рублей. Почерк злоумышленника всегда был неизменным. Парень надевал медицинскую маску и, угрожая менеджерам офисов ножом, требовал отдать всю наличность. Полицейские разыграли хитрую комбинацию, устроили засады в офисах, куда мог заглянуть налетчик. 30-летний житель города Балахны Нижегородской области был задержан полицейскими с поличным при совершении очередного разбойного нападения. В настоящее время в отношении него избрано меры пресечения в виде ареста. А что вас толкнуло на преступление? Долги, безденежье.